Обстановка по кайфу. Здорово, новый день, новая серия Instagram Mazai Daily. И сегодняшняя серия начинается с чего? С ковриков. Сегодня оба Saab 9.5 с 97 года по 2010. Кстати, у них там, несмотря на то, что рестайлинги, полы одинаковые. Поэтому вот такие вот Эва коврики с шестиугольными сотами изготовили. И сегодня ребята заберут. Кайф. Кайф. У нас, блин, дождь пошел. На самом деле дождь крайне не в тему, потому что сейчас я должен ехать на Долдиновский тракт, словиться с человечком на BMW 39, может быть, помните, в старых давно сериях, бордовая, красивенькая, хотела сплиттер назад. И все, у нас не было времени никак сделать нормально замеры, поэтому именно сегодня я еду делать замеры заднего бампера и будем делать сплиттер. Короче, красно-желто-красный денек сегодня, 39-очка приехала, уже делаем первые замеры, суть какова, на мордочке красивый сплиттер. Порожки, ну, все окей, все в оригинале, и оно все в одном уровне. Жопка выше. Цель — сравнять примерно жопку с мордой. Поэтому на задние боковые части мы делаем вот такие вот штуки. Это будет смотреться примерно, ну, пока это картон, примерно вот так. Одной рукой неудобно. Хопа. С другой стороны то же самое. И сейчас будем по центру придумывать еще расчесочку. Короче, процесс идет как-то так. Короче, что-то вот такое у нас будет получаться. Тут будет элерончик, тут будет элерончик, тут будет большой кусок расчески, тут будет маленький кусок расчески. Я уже начал все это делать. Короче, боковины. Это у нас будет правая сторона. Это у нас будет левая сторона. И сейчас будем делать центральную расческу. Так, ну ничего не снимая, короче, вот я что сделал. Ушко одно, ушко второе. Центральную часть расчески, да, это ПВХ, но вот такое вот гибкое. И это, ничего в этом плохого нет. Удобно транспортировать и, в принципе, ну, гибкий. То есть ты можешь где-то там тирануться, он сыграет. Но если, конечно, плотно прижать его там к бордюру, то, понятно, он треснет. Серьезно? Наши деньги? На, серьезно. Ну, а если это будет дебонт, он крепкий, он просто треснет вместе с вашим бампером. Поэтому ПВХ в этом плане даже прикольнее, что... более безопасен для кузова. И большая часть расчески. Ну, короче, скоро ребята поставят. Завтра им отдаю. Крутяк будет. Будет 39-очка, такая злая на стиле. Тут, кстати, смотрите, такая лада. Антош там трохи споттерит. Но фишка в чем? Она в родной краске. У нее всего лишь где-то там одна дырочка. И она еще и электро. Ну, там же чтобы есть. Чтобы вы понимали. Технологии. Сопротивление. Вот так вот. Принесу, покажу. Раз. Сколько? Где-то 17,9. Он где-то, Саша знает, какой. И тут где-то была. Все, на машине больше нет дырок. Или, не, или с той стороны была? Нет, с этой стороны. Ну, все, где-то. Уже и нету. А, тут, да. Родня. Самый прикол этих машин, что даже в таком состе, ну, типа, и цена 1000. Вот это вот обидно. А через сколько лет она станет цениться? Это вопрос. Была бы заднеприводная, за ними была бы охота. Ребята, я же вам не хвастался. Смотрите, что у меня есть. Зендеровский спойлер. Единственное, что почему его не ставлю, он с Hella спойлером не подружится никак. Он получается такой же, как Камей. Просто Камей упирается, ну, здесь заканчивается, а Hella, ой, а Зендер, точнее, у нас идет с длинным усом. И длинный ус доходит аж до Hella. Поэтому их вдвоем ставить невозможно. А резать его я не собираюсь. Эта штука редкая. А я собираюсь ехать в выходные на Ваквикенд. И хоть у меня куча хлама в салоне и в багажнике, но я установил задний ряд сидений, и теперь я могу тут спать. Хоть так-то. Так, а тут что у нас, короче? Сапчик, коврики, примерочка. Saab 9.5. Если что, покажу вам, как оно смотрится. Гоу, водительский класть. Щик. Штатные крепежечки, плясь. Где там вторая? Плясь. Все, штатные места села. Оп-оп. Оп, сзади. Все тоже красивенько, аккуратненько. Жух-жух. Ну и... оп. Спереди. Короче, норм. Короче, коврики отдали, сплиттера сделали, приехали на Октябрьскую. И тут какие-то два чела приехали на каких-то олдскульных зимах или на чем, сейчас покажу вам, короче. Какая красотенечка.
Короче, я уже вижу Руслана. Это он, как обычно, походу, причастен к этому всему. Что это такое? Привет. Да, ребятки, это Зимчик. Офигеть. Какие крутые, огромные. На учете все дела на советском. Тут уже на свеженьком. Ну, это же Pontiac у нас. Ай, песня. Сразу кстати, видно, реально, они похожи, очень похожи. Прикольно. Прям очень-очень похожи. Какая круче? Разница. Сплошная задняя. Да, кстати, здесь дверка задняя обычно открывается, а там в другую сторону, как у Роллса. Ребята, здесь три ряда сидений. Диванище. Вот еще два стула. Два. Вот, ты даже покажешь. Вот, класс. Ха, прикольно. Вообще, чик. И обратно давай. Пам, пам. Вот это класс. И третий ряд. Короче, ребят, течилит. У нас два зим еще есть. Что еще? Еще зим есть. Так это ж зим. Или еще один? Еще один. А, класс. Новый день, я absolutely don't know, какая это серия, наверное, следующая, поэтому инстаграмчик Mazai Daily. А начинаю день с того, что сейчас поеду я куда? В одну детейлинг-студию, тоже пообщаться по оформлению стен. Короче, Bower Detailing на Ольшевского, посмотрели стены, примерно решили, что будет, ну, еще не решили, примерно набросали пару вариантов, владелец будет смотреть, устроить, не устроит его этот вариант. Подогнал мне, кстати, еще фонари столковые на Гольфап, спасибо большое за подгон, у него раньше тоже был Гольфик. Ну, а сейчас выдвигаюсь в район Каменной Горки и надо отдать коврики. Надеюсь, что придумаем точно, что будет рисоваться и что рисунок будет, потому что я очень люблю рисовать. Очень люблю оформлять стены. А сейчас выезжаю на Комаровку и человеку надо отвезти с плиточки. Кстати, выезжаю здесь по локации, тут стоят прикольные тачки. Сейчас покажу, может, парочку. Пример Dodge Stealth. Интересненький. Кто не в курсе, кстати, соплатформенник с Mitsubishi 3000 GT. Раньше на разварочках прикольная какая-то. Оп. Конейка. Интересно, что под чехлом, но не узнаю я. Доезжаю вот тут на выезде. Глядите-ка.
Toyota MR2. Причем в каком, ну, в оригинальном состоянии, походу, не заколхоженная. Прям вообще хорошо. Прикольно. Переедем на Комаровку. Так, ну что, ребята, гольфик здесь, бэшка здесь. Я уже достал комплект сплиттеров. Смотрите, как это будет примерно смотреться. Хопа. Так, там упираемся в часть подкрылка. И, наверное, так и будет ставиться. Короче, вот. Здесь вот такая часть. Сзади идет вот такая вот расчесочка. И здесь будет вот такая вот штука. Можно так ставить дальше, можно вот так. Ну, короче, ждем установки. Я думаю, будет очень-очень прикольненько на самом-то деле. Короче, сплиттерочки я отдал. Ребят, сразу говорю, сплиттерочки сделаны с запасом. То есть вот эти вот крылышки, так сказать, свесы, они сделаны были примерно как мы делали замеры. Сначала на картоне, то есть примерно 10 сантиметров. Но если что, их можно подрезать прямо на автомобиле, так как это ПВХ. И, скорее всего, они будут укорачиваться где-то раза в два. Ну, в общем, ждем установки и потом посмотрите, как это все будет. А то сейчас я уверен, что многие скажут, блин, слишком большой диф для 39-ки, она такая в аккурате, а тут такие длинные эти крылья. Не, это все можно реально подогнать по месту. Просто я сделал с запасом, ведь лучше потом можно будет отрезать, потому что нарастить уже никак. Да ладно! И, ребята, теперь я выдвигаюсь за кроссончиком. Что? Опять? Да, скоро я буду делать еще одно оформление в одном месте, связанном с Маздакаром. Короче, скоро увидите, что мы будем прикольно рисовать. Все, кроссончиков тарил. Теперь выдвигаюсь намывать гольфа, потому что завтра ВАК-викенд, а сегодня еще и драг в рейсинг в Липках. Поэтому нужно быть красивеньким, ну, по крайней мере, то есть завтра уж точно. Намыл, встретил еще ребят вон на гольфе, они сегодня едут на ВАК-викенд, но я еду завтра с ребятами, сразу большой бандой. Теперь, оп, вы поняли где. Пока ребята там занимаются, я немножко приведу гольфа более-менее порядок к завтрашнему фестивалю. Сейчас сделаю такую прикольную штучку на сплиттере, чтобы он стал блестеть, вот так вот. Оп, теперь кантик виден. Больше подчеркивается, что он присутствует, и оно будет гармонировать немного с полками. Ну, типа, хрома вроде на тач нет, но полки-то хромированные, поэтому... Ну, не хромированные, а полированные, поэтому будет норм. Сейчас займусь немного полочками. Фух, блин, сорян, ребятки, не снимал, что я там напидорил у себя в гольфе под капотом, и как сделал полочки. Реально спешил, потому что опаздываю сейчас на драк в Липках, но на фестивале увидите, может, я буду снимать свою машину, но это не точно. А вообще, все, гоним в Липке, это будет отдельная, скорее всего, серия. Четко. Ну что, ребята, 12 ночи, драк в Липках я для вас отснял. Будет серия, был стрим. А сейчас мы едем на один испытательный полигон, кстати, как вы любите. Посмотрим, что там происходит. Подъехала какая-то Honda, говорит, у него 2.1. Ну, наверное, что-то быстрое. Говорит, давай заедем. Я говорю, ну давай. Левая машина по встречке поедет? Он по встречке, получается, поедет, да? Ну да, да. Смотри, там тачка будет на варике стоять со светом включенным. Это финиш. Ага. Дальше едем. Все, после этого газ сбрасываешь. Окей. По правой стороне видишь, как заедет. Я первый раз. Там бы справа вода. Давайте я чуть ближе к нему встану. А то там просто вода. Очень какая-то конченая. Ну, мне реально стрёмно ехать было.
такое себе. Ну, типа, я газовал, да, старт там я профукал, но... Не, я лучше посмотрю, как люди катаются, сам не буду ездить. Ну его нахер. Какая-то стрёмная узкая дорога, пыли вся и так далее и тому подобное. Я решил больше не кататься. Я сейчас ехал, газ отпускал, но потому что, во-первых, я не понимал, где финиш. Во-вторых, ну, реально как-то стрёмно. Тут где-то ямы, где-то еще что-то. Ну, не ямы, но есть косяки по покрытию. Короче, не-не, такие гонки не по мне. Я лучше посмотрю. ДТС и Ашка какая-то. Такая, 43-я и 45-я. Старте Гольф 4, наверное, дизельный, и Хондочка, которая ехала со мной. Е30 и Е39, о двигателях ничего не знаю. ДТС, 320 сил, 2.0 турбо и 2.7 строкер турбо, который 36-я была на липках. Полный привод должен стартануть отлично, а здесь, как только бэшка зацепится, у нее очень хорошие 100-200, то будет понятно, кто кого. Устойчивости отсутствует в данный момент, не поставил еще. Ну, я на самом деле как бы первый раз на этих испытаниях. Я всегда всю жизнь реально только в липках был, прикиньте, первый раз только здесь. И короче, я вам скажу так, бывает, что испытания проходят на другом полигоне, там покрытие получше, там бы можно было катнуть еще раз, перезаезд бы сделать даже. Но это все от маски, конечно, но здесь ехать вообще желания не было повторно. Ну, мне стрёмно было, поэтому как-то так. Поэтому, если я приеду сюда еще раз, то только или посмотреть, или вообще лучше с кем-то пассажиром. И под пивасик это все лучше смотреть, тогда вообще будет по кайфу. Ну, а сейчас все, выдвигаюсь покушать и спать. Завтра ранний подъем, на ВАК-викенд выезжаем. В общем, друзья, серия конец. Инстаграмчик Мазайдели, подписываемся. Репосты друг другу. Своим друзьям, мамам, папам, бабушкам кидайте. Побольше комментов, лайков и так далее. И до скорых встреч. Пока.